друзья, сегодня я вас взяла с собой, с моей семьей, показать очень красивую, интересную ферму. Идемте. Видишь? Вот такая красота. Ой. Смотрите, какая красота. Мы сейчас поднимаемся все выше и выше в горы на ферму Экзарха. Добрались. Вот так выглядит похоже, начало, да? Фермы. Жеребеночек дивный родился уже у нас. Дети, вот это вот место, где живут лошадки, называется денник. Не стойло. Вот сюда можно подойти. Это не стойло. В стойле живут коровы. И стойло бывает тогда, где лошадь просто ставит. И она там стоит. Вот этих лошадок мы сознательно выпускаем вместе для чего? Чтобы они разобрались в своих отношениях, кто старше. Да, дело в том, что они ходят в группе, поэтому мы четко должны понимать, вот это лидер. Все. И он требует. Я. Здесь открывается бесподобный вид на Черное море. Мы находимся на высоте. Сейчас мы идем на молочную ферму. Какая красота! Просто сказка. Вы не представляете себе, какой волшебный здесь воздух. Артезианская вода. У нас нет провода, у нас есть скважина. Это очень хорошо, потому что... Сейчас будем кормить. Давай, подержу и погладь. Смотрите, какие маленькие. Щелочку голодные, покорми. Если бы возможно было передать аромат. Ну что, друзья мои, я с вами поделилась маленьким нашим путешествием, маленьким кусочком. Я надеюсь, что вам всем понравилось. Я вас всех обнимаю, всех люблю. Очень жаль, что не могу передать волшебного воздуха, волшебных ощущений, когда здесь находишься. Но я надеюсь, что видео хоть немножечко передало ту красоту, в которой мы побывали. Всех обнимаю. Вот туда мы едем. Всем привет! Мы приехали в скай-парк. Сейчас будем с вами делиться красотой. Какой шикарный открывается вид. Ну, ребята, я вам скажу, страшно, безумно. Но я надеюсь, я смогу побороть свой страх, потому что мои парни уже вон где. Пожелайте мне удачи. Страшно просто смотреть было.
Thank you.